Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем печь апельсиновый кекс. Готовим кекс. Для начала сливочное масло и сахар взбиваем вместе миксером. Добавляем сметану и яйца. Добавляем разрыхлитель и муку. К тесту добавляем цедру апельсина, финики и цукаты. Перемешиваем. Наше тесто готово. Форму застилаем пергаментной бумагой, выкладываем тесто и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Готовность проверяем зубочисткой. Наш кекс готов. Достаем из формы и даем остыть. Готовим глазурь. Для этого нам понадобится сахарная пудра и сок апельсина. Наливаем и перемешиваем.
Глазурь готова. Покрываем кекс. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!